Добрый день. Сегодня 13 апреля 2023 год. Меня зовут Иван. На все звонки, на все запросы отвечаю только я. Получение денежных средств при отправке по всей России — это 100% тракторов. Все на запад. Отправляю на север, на восток. Являюсь только я. Мои контакты и стоимость трактора всегда указаны в описании к видео. Трактор уже в Владивостоке, на заказ я не вожу, только что сам привез, сам посмотрел, потрогал, пощупал и вам, как говорится, предлагаю. Представляю вам ИСЭКи ТК-29ФФ, Fast Forward, быстрый вперед или полный ход, он быстрый ход, с оригинальной ИСЭКа Кун на 350 килограмм. Отсвечивается еще наклейкой. Вот, 350 килограмм. Высота разгрузки, вот этот болт, 2,60. Трактор растаможен с уплаты утилизационного сбора. Будет электронный паспорт самоходной машины чуть попозже. Ну все, будет, документы уже закинуты. Осталось только ждать. Так уже их выдают, как бы система налажена, все нормально. Посмотрим. Такая целая, манжеты тоже целые. Шины достаточно неплохие. Falcon, Япония. 18-й год тоже по шинам. Трехцилиндровый дизель, гидроусилитель руля. Управление Куна электрическое на джойстике. Очень удобно. 1304. Вот так вот видно. 1304 часа. Все родное абсолютно. Так, ну это у нас сцепление. Это зажимать левые, правые, задние мокрые тормоза. На парковку ставить. Вал отбора мощности у нас 4 скорости. И вот этот рычажок, если поднимаем наверх, на каждую скорость обратное вращение. Вверх поднимаем, обратное вращение. Здесь будет стоять коробка передач. Тут абсолютно механика. Это у нас рычаг делителя 4 скорости. И основная коробка передач тоже 4 скорости. И реверс. 16 скоростей вперед, 16 назад. ВД отключаемая. Где-то галочка будет стоять. Это значит включена. Ок. Это быстрый разворот. Включается на всех, передачах делителя, кроме самой повышенной. Так, это вот наклеечка. Видно, что 30 км в час он едет. Вот так. Так, он еще такой вот интересный. Тут электроника дополнительно. И у него гидровыход есть назад. Сейчас покажу. Вот управление им. Это вентиль гидросистемы у нас. Это блокировка дифференциала заднего моста. Фонари спереди, сзади, дополнитель, кондиционер есть, все работает. По дискам он 2000 год. Вот у него быстросъемы на гидролинию дополнительно. Навеска универсальная, трехточечная, можно ставить абсолютно любое навесное оборудование. Так, ну ножи практически новые. Эти вообще состояние супер. Я так подозреваю, это золотой коготь легендарный. Фреза родная, ИСЭКа 1,60 м. Рабочая ширина. Автоглубина, автогоризонт есть. Автоглубина здесь тросиковая. Гидроцилиндр. На гидронаклон. Автогоризонт. Все есть. Все работает. Задние правые шины. Это вот на быстросъемах погрузчик
все легко снимается. Без проблем. Давайте заводим, тестируем, пробуем. Так, этот не ржавый он. Так, ну это управление. Передний дополнительный свет, задний, дворники передние, кондиционер, печка, магнитола Исаки родная. Так, сцепление, ключ влево. Сигнал работает. Так, поехали. Левый поворот. Горит. Правый. Горит. Фары включены. Так, тоже свет включен. Дворник работает. Кондиционер за ремень засвистел. Вот. Значит, муфта включилась, работает. Все, вот выключил. Кондер работает. Фары. Основной свет горит, дополнительный горит. Поворотник горит. Дублируется назад. Фонари задние тоже горят. Все работает. Так, здесь у нас подъем, опускание фрезы, плюс вот этим джойстиком можно это глубину выставлять, это подъем фрезы при движении задом. Как я и говорил, где галочка, это значит всегда включено. Сейчас она выключена, так включено положение. Управление гидронаклоном. Так, это вот ручной режим и два автомата. Раз. Все работает. Так, пойдем фрезу, глубина, автоглубину покажу. Так, ну, за шторку поднимаю. Фреза поднимается и опускается. Так, приподнимаю фрезу. Вал отбора мощности. Сцепление. Максимальная четвертая скорость. Все легко включается. Ни цепь, ни подшипники, ничего не гремит. Ножи хорошие, фреза в хорошем состоянии здесь тоже. Это максимальная четвертая скорость. Сцепление. Так, третья скорость. Сейчас все проверим. На кардане кожух еще целый даже. Все. Третья это скорость. Идет, видите, прямое вращение. Так, вторая скорость.
сейчас покажу, что и по коробке ни шумов, ничего. Так, дальше сцепление, и сюда первая скорость. Так, и включаем обратное вращение, первую скорость, самая пониженная, где три иероглифа, вот сюда. Так, и на главную коробку передашь, единичка она стоит. Все, с ручника сняли, поехали. Надо, допустим, сразу кошку посмотреть. Включим автомат, горизонт, и все. Кош. Вот идет обратное вращение ножей на первой передаче. Рама вот здесь. Так, ну все. Вал отбора мощности выключаем. Реверс выключаем. Так, и поехали. Тогда все скорости. Это была первая, вторая. Все проверим сейчас. Быстрый разворот, все, вытяг тоже включается. Здесь кнопка. Третья скорость. Четвертая. Видно, как передок блокируется и быстрый разворот включается. Назад также. Четвертая, третья, вторая, первая. Следующий делитель у нас сюда. Вот он. Вторая. Все, поставлю нам пониже передачу. Thank you.
закручивается, видите. ВД работает. И назад. Все, джойстик. Информативно все. Электричество. Супер. Так, первая скорость, вторая. Все скорости проверяем. Все 16. 3. 4. Следующий делитель у нас вот этот иероглиф, это как М-ка на других ИСЭКе. Первое, вам. А, это вторая была. Сейчас. Первая. Третья. Четвертая. Разворот, видите, как меня развернуло. И назад давайте. Четвертая. Третья. Вторая. И первая. Все. И самое повышенное, это вот сюда, ближе ко мне. И сразу, видите, выключился быстрый разворот, что он на повышенно не работает, как я и говорил. Поехали. Вперед. Первое. Ну, уже, судя по надвижке, уже вот повышенно, прям реально уже повышенно. Вторая. Сильно разогнаться не получится, видите, да, тут скальник. Дороги надо, но уже мы несемся, вот. Максимально, вот сейчас четвертая. Так что быстро съем. Ой, быстрый ход, все работает, все, сцепление хорошее. И назад. Четвертая сразу. Третья. Вторая. Так, ну тут по кабине все вроде показал. Сейчас могу задрать его еще. Ход. Все, поднялись. Ставим на парковку. Так, ну все, сейчас щитки снимаю, смотрим двигатель. Так, ну вот щитки изнутри. Подкачка работает. Фильтр топливный новый. Радиатор.
трехцилиндровый дизель. Два насоса, это на гидроусилитель руля, у него и бак отдельный, и это основной насос на всю систему. Исеки ТК-29, 29 лошадиных сил, быстроход, кун, дополнительная гидролиния на корме, будет электронный паспорт по самоходной машины, кондиционер есть, работает, так что думайте, всего доброго, ножи как новые, фреза тоже в хорошем состоянии, ни цепь, ничего не гудит, ни подшипники, кун на 350 кг. Всего доброго, до свидания.